Россияне, страх, к сожалению, руководит вашей совестью. На ваших глазах в 21 веке посреди Европы вы, россияне, убиваете нас, украинцев, наших детей, наших ребят, которые мужественно сражаются за свою землю на своей земле. Они погибают, а вы молчите. Ваш голос не слышен. Значит, вы помогаете нас убивать. На мирную Украину, на наши города в 21 веке бросают ракеты и бомбы. А вы молчите. Россияне, скажите все вместе Путину: нет войне, уйди из Украины, прекрати убивать украинцев. Сначала он убьет нас, а потом вас.